чатике на онлайн. Надо 1000 людей набрать. До сих пор не могу набрать. Все время тут оливает. 1040 людей. Ты поэтому забрал право кика, да, остальных? Да. Варенька, 200 человек кикнет, нахуй. Ну, он так и делал, блин. При том, кикал мне... Кикал просто твинов каких-то, либо основ твинов оставлял, там где, которые просто не заходили, давно, по сути, нормально играли. Там что-то 999 набирается, Варенька, 300 человек кикает. Повороти! До рекорда никак не добраться. Блин, у тебя уже все есть, думал тебе что-то скрафтить. Эх. Ладно, добирайте какого-то ДД, потому что я не могу постоянно играть. Вон. Ты по АФК-шь так пока до 7 дрида ничего. Так доберите лучше кого-то с гильдии, 30 человек. Ну, Белоусу можете минус ИП дать, что тот трэш не бьет. Ничего, квест, а он квест-то вообще делал? Он же квест хотел делать на вора. Ну, сейчас столами будет делать. А, на профи ему не надо было. Прошлый КД он сделал. Нормально. Ну что, контролим или падаем? Падаем. Ну контрольте кого-нибудь. Промах, сука. Я в контроле. Не, давайте войска в СДК. Самая классная панацея. Магик отсюда, гимна ХП и стадо. Стойте на ступеньках, вас похили. Пейте росло. Я советника фернули, блядь. Не надо уезжать, вы так, ну, упадете просто сейчас. Мозгов нет, что ли? Как показывает практика, надо метку ставить на моба, а то они не соображают. Говорить, что не надо ставить метки. Там паладины могут еще постанить. Уже идете 47 минут. Дим на ману пристыпся. Блин, жаль нету аддона в рейде, который бы показывал откат скиллов у каждого члена БН, маны. Есть такой, как название не помню. Ну, чтобы была там табличка где-то справа, слева, и там да, пишется да, там. Есть такой. Увода 5 минут до КД. Сопревность не КД? Да. Скажешь, как прожима не будет кинуть крылья? Да давно уже нет прожима. Ладно. Читаю гимноману, как сука. Сбил кас, да? Я это понял уже. Залейте его и думан. Гимн на ману все читай. Надо кастовать дали от моба. Ага. Бля, ты бы знал, как в экзорсисе рейдит, это вообще пиздец. И чё так? Потому что там все такие серьезные типы сидят. Они прямо во время трафика хуйню обсуждают. Это ты о ком? Экзорсис. Ты чё за фигня? Что-то они Гул'дана убили или кого там? Да.
топ-1 по миру гильда. Русская. Язычная? Ну. Языческая. Язычная, да. Языческая, да. Блять, пот накатка, не агрите ничего, блять, стойте на месте. Сука, стойте. Ману. Тут один лейтенант стоит, блять. Ну лейтенанта бейте пока. Блять, чего они обсуждают там серьезного, о чем ты вообще? Ты... Да они вообще ни о чем разговаривают. Прям, блять, не знаю, трает босс и, короче, так хуйню обсуждают. Васа, по че, две пачки убили сейчас или че? Я просто не видел. Ну да. Охуеть. Дайте боб подыкай. А все уже не надо. Я думал, мы такую одну сагрили. Ну или кто-то вторую сагрил, да? Ненароком. Хотел ускорить процесс прохождения. Да ты сагрил, что ли? Ты мне? Первый я сагрил. А вторую его по... Не пиздите. Ой, лоб. Три сельхитры. Теперь боб по ДК дайте. Ну не, не он же агрил об этом. Спасибо за фридом, конечно, блядь. Ты ебёшься, да? Один и баф раздайте там. Давайте на синдре будете фридом давать, хорошо? Нет. Кстати, сейчас это... В бэчке можно миликом вообще не отбегать от притяжки, когда ДЦ в рейде. Мы с Завара за ДК тестил. Ага, зато тогда танк отлетает. Че ты пал, кого будешь? Профитно. То что? Эти каску кулак ханта. Че ты про танка говорил? Тогда танк отлетает вместе с боссом. Смысл тогда не отбегать. Не понял, что-то. От кого отлетает? Танк отлетает от босса? Глупые смертные. Почему он должен отлетать от босса? Ну, он его пинает. И? И он отлетает от босса. Что там, бафы будут? Паладины, кулак, каска, блин. Кулак всем раздал уже. Нету кулака на хентах. Походу на локи есть. Чем здесь танк к миликам? Насладитесь болью. Моя чаша полна. Прольется кровь. Это заклинание. Надо, знаете, новую тактику попробовать в гере на Симре. Это нужно... На балконе? Нет, а это нужен... Нет, нет. Нужен хулипал сакры. Повороте. Повороте, блять, ну не делай, пожалуйста, что ты творишь? Блять. Так и нахрен ты их собираешь? На васа во все кап. Против сфера собирает? Да с меня забирает. Забирает Мелизуна, их там убивают. Мне кажется, он просто не знает скиллов, поэтому там... Мор пошел по сферам, наверное. У вас там что, вайп или нет? Или можно дальше говорить? Просто если давать сакру под притяжку и вместе с ДЦ, то милики могут просто бить дальше босса. Они не умрут. А если есть протопал и холипал сакры, то это... Милики могут постоянно так делать. Быстрее босс будет переводиться за одну взлетку. А типа миликов это самое, да? Оставлять под босса? Ну да. Не, ну если у милика будет 10 обморожений, то скорее всего он умрет. Если там не будет обморожений или там 5 и фулл хп, то он не умрет. Ну так или иначе, даже если так. Если... Ну если дать мастер аур под фрост резист, дать сакру, а сакра будет... постоянно, потому что два паладина с сакрами и ДЦ в рейде еще, то никто не будет умирать. Даже если так, все равно все в ДПС упирается. Ты вот про одну взлетку говоришь? Да. Это все в ДПС.
Кинетику. По кинетику поднимайте. Ну просто мы тут играем уже 10 лет, уже надо что-то новое придумывать. Что, катушку пылим, короче? Да-да-да, я распылю, кидайте. Фурик будет сейчас с катушкой лану бить. Да это, блять, повелитель боссов, хуй пойми. Кто? Катушка уже сама распылилась. Я отдам. Ну я понял, отдам. Только не агрите сейчас весь трэш, ладно? Боб, дайте по бондыка скорее. Боб, Боб, спасибо. На распыл. Блять, ёбаный рот. У кого есть БР, хел да поднимайте. Где вы закончите, скажешь? А, Славик, поставь на себя лутер от этого. Здравствуй, Колбон. Хорошо, понял. Слышал? Похилишь как-то. Крыльев нет. Зачем? Вот. Вы что, обкуренные там? Меня уесть? Блин, я только сейчас... Сейчас только понял, что забыл взять пристав деньги. Сам хуем. Билус, если есть, то одевай, конечно, там пишемо. А чё бы не напулить на Белоуса, чтобы он получил укус и все. Тогда не надо будет стопать. Водина, возьмите кто-нибудь в трупе. Войд, забери шею. Ксазер, скажи мне, у тебя шило в жопе? Я могу только нахуй писать. Что ты лайфстил можешь сделать? Может вежливо пообщаться. Слышал. Вас не подлагивает? Есть такое. Нет. У кого хил есть? Не знаю, короче.
я тогда молчать буду, если вы даже не будете. Что там, пуляем, не пуляем? Ты хороша мне. А где она? Чекай, блядь. Двигается. Сейчас в рейде. Теперь Вайдане. Погнали. Только Вайданин, гоу-гоу-гоу. А как вы будете сделать? Да. А, рассказали так? Он там зеркало поймал? Да, поймал. Я голодна. Сержу кусишь квадратик. Там где? Квадратик сидел. Поставь еще раз квадрат. Череп, короче, укусишь. Серж. Как вам такое? Дайте же! Престов никто не кусает, Белоус укусишь всех шапешек. Норку, Вивальди. Там еще кому-то решим. Короче, ты кусаешь норку, Вивальди и Вейтхилла. Никто их не кусает. Я пока не могу прочитать это заклинание. Как вам такое? Подождать. Страдайте же! Вивальди же укусили. Это ты укусил? Тебе еще один остался, правильно? Да, ему, наверное. Значит, так ты норку должен был укусить? А ты норку не кусал? Все, понял. Ты посчитай, будем. Посчитай, сколько укусов в рейде. Если два, то один раз кусал, если четыре, то два. Залить, короче, найди Майда, будешь кусать войну.
Антисемитский, вижу тебя водяного штампа. Мы еще один уход 6 секунд. Там шахмат без маны, дайте все имя руководить. Либо законтролить, либо слить. Не усобьешь сейчас. Слайк на тебя, лутер. Рулич. Пришел вас спас, блядь, от смерти, сука. Вы че, укусы не можете передать Эндряга? Кто там второй был? Эндряга че, кусать некого, что ли? Алло? Слышишь? Не нашла я. Перший Эндряга не передал. Ай-яй-яй-яй-яй. Микрос, один болит, что ли? Бови Вальди не старый, не знает песня, а я распиздяй. Покоритель Вальди. Выманите их сюда, и мы вам поможем. Хилы, мы уже трэш тут бьем. Где вы? Сейчас я прибегу. Ну, остальные. Где? Живите там. Лерой, блядь. Чего вы стоите, я не понимаю. ВВ там всякие. Я пока не могу прочитать это заклинание. Еще готов. Не дайте. 4. Пустить меня на опыты. Фрешмоб не забыл. Видите, служим. Милики, сдохните, будем бежать будет. Что-то помощь нужна, кому не нужна? Волк. Ты доктор? Нет. Тогда не нужно. Мало ли там слот есть, так я бы зашел к нему. Ты же вроде попрощался уже со всеми. Да, но есть свободное время, могу позайти. А так его уже почти нет у меня. Я так раз в неделю захожу почти. И то зашел, посмотрел, понял и ушел. Штан мне еще ловить. Здравствуй, Дим Шанон. Блять, убейте уже череп, пиздец. Вчера тебе на обратно баш. Ну, я сейчас отойду. Нет, не, не. Тогда вон. Мне сейчас позвонят, надо будет отойти минут на 5. БДК надо вчера тогда. Че там? Че, отпились, нет? Да, я готов.
то, что вы в луже стоите, вам там, не знаю, депресняк. Система была там, в каком-то луже стоишь, тебе урон повышается. Не, только если это огонь. Если... Ледяной не повышается. Если экзордус это, блядь, у них повышается. Серебряного авангарда. Жалкий невежа. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Все в хилов спекайтесь, Серж. У кого Сержа, еще у кого есть хилов? Полипал есть у кого-то? Давай, котик с Димасом на рейде. Серж или Кристер Шам портала. И там с звездой отбивать ману. Листобав, ой. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Давление лево, право, вверх, вниз. Мои раны.
Под давлением бить будем, нет? Хотелось бы. Найдете спасение, герой. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Найдете спасение, герои. Это заклинание еще не готово. Слева дань огненно. Право смысл. Дальше. Сука, рот ебал нахуй. Силы возвращаются ко мне. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои. В изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои. Заклинание еще не готово. У вас там посока стаков? А, и по два уже вылазит, давайте захиливать. Там три ляма осталось. Зузу не переагривай, заебал. Выруби вообще фростойку. Вон там. Нахуя нам тут три танка?
Пускай Блад в стойке танчит. У тебя там лутер этот. Да-да, я вижу. Сука, стаки проебал, блин, заебал, кто дует полено. Рульте нов сразу. На дис. Ой, трясь меня. Кса зеркал, да? Да. Рога надо? Чё там, КД? Рога. Да, сейчас 10 секунд. Иду тут. Должны прорваться к Синдрагосе! Скорей! Остановите их! Слава, дай пальцы сектору газа. Thank you.
Что, там не было боя? Че, Сис, ты можешь туда спать в сектор газа, могу? Удел смерть погибленных! Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Вот ты тут. Я заебал, ну скажешь. Я пока
Тебя ждем. Меня тут отвлекли, блин. Вроде выполнил. Там все. Я заебись.
Да не ловит уже дыхание, у тебя уже все, баф в виде грани. Просто бери босса уже. Шаму надо резать. Пиздец, как клыка не хватает. Блять, Зузу, не уступишь, что ли? Своему монету, да. Зузу, не уступишь, я заебал за ним ходить уже, блядь. А тебе монету дам. Монету отдаст, кораблей ему. Да хуй мне эта монета, блядь. На удачу. Ну короче, Рел мне отдает клык. Я учусь. Паладин жрет слог токен. А, мне осколок. Нет осколка. Воин охотник Шам. Какая-то херовая у тебя логика, вы. Когда ты ходил новыми персонажами в CLK и собирал шмот, то все нормально было. А тут типа иди подучись. Вот как вы. Эти фулбаф на ханта, кулак, каску, там этот, крест. Спор на хаба, скинь мой. Каску, кулак, ханту, лапу, пристаба. Ты там тоже учился играть? На флейте учился?
Чё того и не тому учился. Силы света. Ну ты... Всё, короче. Проехали. Тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч. Хуй его знает. Ты пройдешь через эти мучения. Себе забрал. И будешь молить о пощаде. Но я не буду. Так, вот кидают в грейдер, да, поворот? Послужит доказательством моей безграничной мощи. Будет так. Я уже заебался, блядь, всякие тоже Вася, блядь, забирает на успех клыки постоянно. Четыре клыка ты проебал. Иди в Геру забирай сразу. Блондинка. Смотрите, как мир рушится вокруг вас. Ну как, резнули? Если вы полетите в лужу, вас с той стороны по спасанию. Не вставай, не вставай. Все, вставай.
3%. 1%, 1%. Те, кто в другую сторону побежали. Это Димать умер уже до этого, блядь. Да, его баркнулся. Улетел, наверное. Давайте Геру, кажется, здесь. Сквернение. Лужа. Сам накину. Учится хилить, похоже. Праведность не знаю. Ты отличный на первом месте. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир. Вот так, но вот надо. Типа это из-за хилбота так хилится, да? А вот, блять, она вообще нахуй никогда не освоит, если хилбот не освоил. Удачи. Попроще будет. Не знаю, я пробовал себе ставить эту вуду, блять, я посмотрел настройки и удалил нахуй сразу из аддона. А чё, просто по маусоверу нельзя хилить? Это сложно. Ебать. Даруй мне,
последний. Oh my. Дай мне силу. Все, Гери, надеюсь, успею давать, иначе. Ты и по себе-то накинь. Я накинул на мага, у меня просто оповещение отключено. Кстати, Войд, сектор газа с этот с Синдры. ДПС еще на табурену получу, хорошо? Наконец я свободен. Все кончено. Может сразу ей, в принципе, закинуть, но. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! И вот я стою, как лев пред агнцами. И не дрожат они, им неведом страх. Осколки кому там? Вторая пати вар. Баш. Нет. Метриос. Новый спек надо. Дагер. Рога надо, дагер. Будут всегда остры твои клинки. Защитник, воин, охотник, шан. Блядь, тут одни защитники. Вар, ты свалил, что ли, уже? Кому еще два защитника надо? Усомните, отдам. Ты забирай. Ступай с честью.